Чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери по преданию была написана евангелистом Лукой. Сначала она находилась во Влахернском храме в Константинополе, откуда незадолго до взятия города турками чудесно перенеслась на берега реки Тихвинки. Случилось это в 1383 году. Позже на этом месте был построен мужской монастырь и появился город Тихвин. Много столетий Тихвинская святыня охраняла северные пределы России. Во время Великой Отечественной войны чудотворная Тихвинская икона была вывезена немецкими войсками и попала в американскую оккупационную зону, а оттуда в Соединенные Штаты Америки. Лишь в 2004 году Тихвинская икона Божьей Матери вернулась в Россию, в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. Эту икону относят к иконографическому типу, носящему название «Одигитрия», то есть указывающая путь. Пресвятая Дева и младенец Христос обращены друг к другу. При этом младенец сидит на левой руке матери, ноги его согнуты в коленях, а правая стопа находится под левой. В левой руке младенец держит свиток, а правой благословляет. Изображение Богоматери на Тихвинской иконе практически идентично Смоленской иконе Божьей Матери. Отличие заметно лишь в наклоне головы. Известно множество списков с Тихвинской иконы Божьей Матери, ведь считается, что она покровительствует младенцам, исцеляет многие болезни и охраняет от нашествия врагов.